Всем привет, с вами Бостон Техник, Влад. Вот вашему вниманию вот такой вариант. Значит, это МТЗ-82.1, 1900 мотчасов наработки, в одних руках, с момента покупки, покупался новым. Вот, работает в качестве бары цепной пилы. Обратите внимание, и состояние все включения по гидравлике, в принципе, очень хорошее по задней. Немножко колеса подспущены, в принципе, просто трактор стоял и не использовался достаточно уже долго, поэтому никто не накачивал. Так, все полностью работоспособно. Есть дополнительное видео именно работа бары. Вот, передняя навеска тоже работает. Вот такой нож на ней. Мост работает. Все функционирует. Приезжайте в гости, все покажем, расскажем.